Глава администрации города Мурманска и депутаты городского совета проверили качество выполненного ремонта спортивного зала школы номер 38. Теперь в учебном заведении не стыдно принимать соревнования любого уровня. Школе номер 38 уже 56 лет. И несмотря на то, что находится она почти на самом краю города, здесь учатся более 500 детей, которые, так же, как и другие мурманские школьники, активно занимаются спортом. Совсем недавно в учебном заведении полностью обновили спортивный зал. Заменили систему отопления, установили окна, новое оборудование, постелили специальный паркет. Здесь, наверное, даже не моя точка зрения, а точка зрения преподавательского состава, директора школы, а может быть, еще и важнее детей. Самое главное, что они довольны, они чувствую, что мы двигаемся вперед. Помимо зала для занятий спортом, удалось привести в порядок кабинет физики, лестницу на территории школы, установить новую вентиляцию в мастерских, систему видеонаблюдения и частично выполнить ремонт кровли. Сейчас чисто, красиво, тепло. Ну и, всегда, в общем-то, это очень важно для того, чтобы действительно дети, учащиеся наших школ, с удовольствием приходили и в кабинеты, и в спортивные залы. В 38-й школе несколько лет назад была сделана на улице спортивная площадка, универсальная для многих, для занятий многими видами спорта. Сейчас вот еще спортивный зал. То есть дети должны ходить в школу с удовольствием. В ближайших планах отремонтировать фасад здания, ведь, как уже было сказано, у ребят не должно пропадать желание ходить в школу.